Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Так, здесь вот у меня фотографии остались. Соседка делала такой мой мыльницей кодеком. Вот. На память. Надо было, конечно, мне тоже ее на видео снимать. Вот. На моей мамуле. Здесь она. Здесь немножко моложе она, конечно, выглядит, потому что это снимок где-то сделан лет 15 тому назад. Вот, видите, у нас там много цветов разных всяких растут. В общем, цветов сажаем много. Мама любила разные баркотки сажать. Потом вот разные там, я не знаю, как название даже, некоторые цветы. Вот. Также здесь, видите, цветов полно у нас. Бархотка, я там знаю. Там мы подсолнухи высаживали прямо возле нашей терраски одно время. Видите, они даже выше крыши были. Метра, наверное, 2,5 были высотой. Вот. Так, что еще там? Так, здесь у нас наш любимый кот Мурзик. Долго не прожил, лет 10. Ну, а кормили его сухим кормом, надо мясом было, или пускай мышей ловил бы. Мы его на сухой корм, и он заболел и умер. Мы, правда, лечили его, но толку уже, он уже все же. Так. Это у меня крытая терраска и баня. То есть там и баня, и кухня, и вот где вот стеклом заделано, то есть вот много рам. Тогда с материалом было плохо очень, то есть нельзя было материал купить нигде. Поэтому делал из барахла. Вот это была сплошная стена, вот там эти доски вообще 1895 года, там дом старый разбирали, и доски оттуда я надергал. И стену эту забил. Старыми, там кованые гвозди вытаскивал. Там даже газета была написана 1896 года. Вот. Поэтому и с материалом было плохо, и я решил эту терраску все стеклом застеклить. Раму делал сам. Ну, бруски я где покупал, где находил готовые такие косяки от дверей. Из них делал рамы, там соединял их. И вот это тогда я еще работал плотником, стекла я нарезал, сколько мне надо было. И вот застеклил я эту терраску. Сейчас, конечно, у меня стекла еще больше есть. Там некоторые люди рамы выбрасывают, а уже ставят, ну, это теплицу сотового поликарбоната. А рамы привозят и прямо это в мусорник выкладывают. Я там за этим домом, за этой баней, как бы сказать, наклал. Там прямо на улице у меня стекла с рамами стоят уже несколько лет. Надо будет стекла отдельно, а рама это бруски сжечь. А это вот кот наш, Мурзик, здесь. Мама сидит на стуле. И кот наш, Мурзик, она взяла. Он не любил, когда на руки, он не любил сидеть. Он немного посидит, и все, и начинает дергаться, вроде, выпускайте меня. Так, показали, да? Так, что еще там? Это вот фотография, когда это на втором этаже нашего домика. Домик такой небольшой, маленький очень домик. Ну, там где-то 3 на 3 комната небольшая. Вот я там пол я стелил тоже бэушный. То есть кто-то полы вскрывал,
и выкинул мусорник. Я набрал, вот как раз они вот на втором этаже я как раз этими досками постелил. А сверху, по-моему, оргалитом забил, точно там видно, что оргалит набит поверх этих досок, и оргалит, чтобы было ровный пол. А это родственники приехали, вот с собакой с этой, со своей, ну, это дворняжка собака, вот, они приезжали проведать. Вот, это с левой стороны тетка, а это с правой стороны моя мама. А этого уже собаки давно нет уже. Это дворняжка, они нашли ее где-то тоже на улице. Сестра нашла его на улице и приютила. И вот она, и у них там на даче была тоже, когда у нас еще дачи не было. Я с этим барбосом ходил, он мне со мной ходил на пруд там. Вот. А потом нам это фазенду дали. И вот я здесь построил, они решили съездить посмотреть. Дядя говорит, поеду посмотрю, что он там за холопу построил. Хотя ему мой отец помогал строить ему дачу. Сам он ни хрена не умел делать. Отец ему практически весь каркас сделал. Так, это мы посмотрели. Подсолнух я вам показал. Мама там стоит с подсолнухами. Так, здесь что? Здесь тоже вот. Тоже вот там дверь открыли мы. А двери как раз там это делала. У меня были две двери от этого. Ну, а квартиры выкидывают такие двери с такими стеклами. Это уже у меня третья дверь. Первые двери, они тонкие были. Они как бы испортились. Это уже последние двери я поставил уже. Вот. Очень удобно. То есть... Вся кухня, она застеклена. Вот, там всегда тепло, как солнце вылезает, и прям там тепло-тепло становится. На кухне, правда, надо было делать ее пошире. А у меня там материала не было, 1,80 м я сделал такую, не очень широкую. Надо было 1,3 м бы сделать бы ее бы. Ладно, на наш век хватит, в принципе. А это типа, это парник у нас стеклянный был. Вот здесь вот слева торчит немножко из стекла. У меня был первый этот верх был пленочный, а бока были рамочные. То есть рамы там, где сам делал рамы, где готовые же ставил. Ну и рамы они быстро сгнили. Там за 7 лет рамы все начали гнить. Я там то одну раму поменяю, сделаю сам, то другую. А потом решил вот из поликарбоната сделать эту теплицу. Она уже стоит, уже лет, наверное, 7 у нас. Вот. А вот эту стеклянную раму все убрал. Стекло сняло, а рамы, они гнилые, они все там в печку пошли. Так, все вам показал. В принципе. Вот, а это моя мамуля стоит здесь. Ну, везде она, в принципе, стоит. На всех фотках она стоит. Ну, это как бы снимки ранние, то есть это не в этом году снято, а где-то, наверное, лет 10 тому назад мы снимали здесь-то этот. То есть соседка снимала, что-то какой-то был праздник, вот и мы ее приглашали, потом она решила нас поснимать, то есть она снимала у нас у дворе, потом мы к ней ходили, ее там фотографировали. Вот, а соседка вот в прошлом году не приезжала совсем. Не знаю, что там, неохота была, наверное. Так, ну ладно, на этом видеоролик заканчиваю. Свои такие фотографии. Вот, случайно нашел.
Вот. Ну как случайно? Я их привез с дачи. На даче там мыши их погрызли. Есть обгрызанные эти конверты. Они лежали у нас на этой самой. Вот, обгрызли, видите, зараз выскочила. Вот, мыши, наверное, грызли и прогрызли вот эту самую. Даже эту прогрызли фотографию. Видите, прогрызли, блин, гады. Так, все на фотографию упали. Так, ну здесь есть фотографии, только они мутные. Она снимала этим кодеком. Немного фокусировка плохая. Но не, я здесь выбрал более-менее хорошие фотографии. Вот. Короче, память осталась. Вот такие дела. Сейчас у меня теплица стоит из поликарбоната уже 7 лет, наверное. Ну да, уже где-то так вот. Я ее поставил, по-моему, в 15-м году, по-моему. Да, в 15-м я ее поставил. То есть я смотрел, как делают этот самый профильный трубогиб. Вот, как раз у меня там был швеллер, и я как раз сделал первый трубогиб. То есть, ну да, трубогиб сделал, а потом съездили мы, купили профильную трубу. Ну, 30 на 30 там не было, даже 20 на 20 не было, а была 20 на 40. Они, конечно, дороже стоят, 20 на 40 профильная труба. Вот взяли, сначала 20 штук я купил, сразу. Ну, мы как бы купили 20 этих профильной трубы, поликарбонат и 3 бруса 100 на 100 на 6 метров. Вот один брус я распилил пополам, то есть сделал таким вот основание теплицы, промазал пенотексом и вот уложил там на кирпичи, выложил, выровнял. И потом начал уже делать теплицу, конечно. Одному было, конечно, тяжело делать эту теплицу. Конечно, надо было помощника, конечно. Ну, в общем, как получилось, так и получилось. В принципе, стоит нормально. И снегом ее не продавливает. Некоторых даже купят покупную, и смотришь, они вот выкинули, другую купили. У них снегом продавливает. Но у меня вроде она крепкая так стоит там, в принципе. Я ее каждый раз мою порошком, чтобы снег сползал лучше от пыли. Вот. Внутри, конечно, я не помыл. В этом году было некогда. Как раз там и мама, ну, как бы заболела, умерла 29 сентября. Жалко, конечно. Вот. Спасибо за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Конечно, надо было ее это заснимать на память бы. Ну, я как-то зациклился на этом Ютубе. Все это разное снимаю. Надо было ее, конечно, сфотографировать. Нет, ее это фото есть, черно-белое, у нас полно. Отец занимался фотографией. И ее фотографировал, и нас, и всех. У нас есть. А вот таких цветных нету. Надо было, конечно, такой кодек фотоаппарат купить бы. Эту мыльницу и также снимать видео. То есть не видео, а эти фотки. Да можно и видео было снимать, конечно. Что-то я как-то было ни к чему. Вроде. Вот. Спасибо еще раз за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока-пока.